первая часть. Ну, мы в первой части не успели все. Да. Этот розовый слайм с черными шариками, ну, с бисерами, не знаю. Смотри, сейчас будет цирковое, но цирковой номер не удался. Цирковой номер у нас. Цирковой, покажи цирковой номер. Сейчас будет. Я звезда мира. Ты его аккуратно, а что твою мамку? Это, ну, мама это твоя наругает на ковре. Да нормально, живем нормально. Живет нормально, Маша, смотри, она убирает слаймом. Так, вот, бабути, это слайм бабути. Так, следующий слайм вот этот. Вот этот. Тут в этом слайме сейчас... Это яблоко. Тут кто-то из Куроми. Тут кто-то из Куроми в этом слайме есть? Есть много бусиков. Тут какие есть. Бусики, блин? Я сказала бусики. Тут есть вот такая радужка. И еще есть вот это. Вот, что, в этом слайме есть? Вот в этом вот слайме вот радуга. А, и тут скажи, сколько? Раз, нет. Два, картофа, три, розовая. Четыре, картофа. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Уже 11 слаймов использовал. Так, ну у нас осталось вот сколько? Всего у нас шесть всего? Слаймов. Так, Вась, а посчитай мы... вот все, всего сколько слаймов. Вот так. Таким у нас жмякальчик. Раз, Вась, посчитай, два, у меня. Три, сейчас, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, восемнадцать. 18 слаймов? А в конце вот такие. Самое интересное в конце, да? 18, их 18, да. Самое интересное будет в конце. Вот это разное. Вася покажет обзор свой слайм, а я покажу вам пока что. Шоколадный. Ну, здесь плохо у меня камера. Бисквит. Да, бисквит. Короче, он пахнет шоколадкой. Мне Маша подарила. Да. Это будет в конце самое интересное. Самое интересное будет в конце. Да. Так, дальше у нас есть вот этот вот слаймик. Мне он больше всего нравится, несмотря на то, что тут очень много бисер. Ну, как много. А, ой, блин, я в один слайм не положила вот это. Вася, сюда. Да ну! Ну, Маш! Я сюда картофу не положила. Картофу? Картофу и всякие штучки. Короче, у нас много слаймов. Ну, осталось не очень много, и поэтому сейчас покажу на этот. Ну, ты покажи на этот обзор. О, посмотрите, какой ты прикольный на вид слайм. Пахнет арбузом, хотя и химичка какая-то. Я когда опять после химичка. Меня в химии зашла, тут пахнет этими химическими слаймами. Короче, сейчас откроем. Вася, скажи, вы в каком ты классе? Я в третьем классе. А во втором? Да, Маша во втором, потому что она ей 8 уже. Ну, мне 8 исполнилось недавно. Мы лазертаг ходили, но я забыла показать видео, потому что, понимаете, уже дедушка, блин. Ну, так сказать, мой папа Василисин дедушка. То есть мой папа это Василиса, как ее дедушка. Да, короче. Мне не надо снимать, это вообще жалко. Ага, хотя бы шорты бы. Выкладывала. Просто там лазертаки вообще бомба. Там стрелять вообще топ. У нас много этих лазертаков. Мы на Соборной идти. Следующий слаймик вот этот. Вот он этот. Это пахнет кока-колой. И это единственный слайм, который не пахнет химикой. Думаю. Да? Это единственный слайм, который не пахнет химикой. Господи, я так рада. Это слайм, слайм. Смотрите, сколько мы уже использовали эти слаймы, да, Маш? Ну, это вот последний. Последний. Вот этот еще остался. И потом в конце, что, Маша? Самое интересное. Так, вот. Вася, я буду пока что убирать слайм, а ты показывай обзор на вот этот слайм. Ага, а последний слайм. Вот это сейчас все уберем. И будем последние. И жмякатель, да, для да, Маши. Да, и жмякатель я тоже сейчас обзор. Короче, ой. Это, смотрите. Вау, он тоже пахнет нормально так. То есть он не пахнет химией. Да. Не то, что это. Вот он. Очень даже нормально пахнет. Такой приятный на ощупь.